Алтайские школьники улучшили результаты на ЕГЭ по математике. 27 мая сдавали литературу и географию, 29 мая – математику, базовую и профильную. Впервые за 3 года барнаульский школьник написал географию на 100 баллов. Всего этот предмет выбрали 400 человек. По литературе с экзаменом блестяще справились выпускницы из Волчхинского и Крутихинского районов, а сдавало ее 800 человек. Базовую математику в регионе сдали в среднем на 4. Всего дисциплину выбрали 6 тысяч школьников. 94% справились с экзаменом. Сегодня утверждаются результаты по ЕГЭ профильного уровня. Предмет сдавали также более 6 тысяч выпускников. Причем средний балл 51,7, что на 5 баллов выше, чем в прошлом году. Также есть 2 стобальника. Пересдать математику можно 24 июня, литературу и географию уже 17-го, а заключительные экзамены – биология и информатика – пройдут 13 июня.